Ты пьяный за рулем катаешься. Нет. Как это не? А что ты, трезвый что ли? Ты сейчас трезвый. Вот на данный момент ты трезвый. То имя будет, то имя будет. Там как бы. Значит, ты я не знаю, я направил. Она наберет номер, и когда уже у него высветится, я скажу. Я тоже не очень адекватный. Может быть. Просто, ну, может быть, это, просто я не люблю, когда на ровном месте обманывают людей. Вот именно. Вот и ты говоришь, то, что через 2 часа ты будешь трезвый, у тебя экспертиза. Я тебе такого не говорил. А кто мне говорил? Не знаю, не говорил. Ты говоришь, у тебя стержня нет, а ты свои слова, которые стержня 5, у вас нет, 5 да. минут назад говорил. Ты вам по-человечески вы объяснили, что здесь стоит? Какой 8 тысяч? Вот тебе, червонец, ресор один стоил, дружище. Надо было решить с ним на основании чего? Нет. На основании чего мы должны говорить? Вот не надо было вот ну, это вот тянуть. Никто вот, не а я не знаю. Головой надо было. А вот, я не знаю, как это вот не знаю. Зачем вы тянули? Вообще, вот честно, наверное, где хорошие, да? Если вы чисто не пытались выйти, мы 8 тысяч не перевели уже заранее. Вы хотите чисто выйти за дверь? Потому что сейчас, если приедут менты, тебя лишат по-любому. Тебя шахнут на 30 по-любому. 100%. Лишат. Его не лишат. Он что, святой, что ли? А? Нет, его не лишал. Я вам просто говорю, его не лишал. Нет, а почему его не лишал? Слушай, я не буду тебе объяснять. Нет, а почему не? Нет, такие... подожди, ну, почему? Когда гаишники приедут, мы все сами разберемся. А, вот так вот и живем. Да. Вот так вот и живем, пацаны. Где справедливость, где порядочность? Пацаны, вот так вот живем. Мы рыбаки. Ты порядочный, вот скажи. А он порядочный? А он порядочный? Я тебя спрашиваю, я его не спрашиваю, я тебя спрашиваю, ты порядочный? Я порядочный? Ты готов ответить за то, что ты смысл пьяный? Я готов ответить, ну, я ему ответил, я ему отдал 8 рублей. Я 8 рублей, причем что он виноват в ДТП. Он не виноват. Он виноват. Правильно. Он не виноват. Почему? Потому что он не виноват, потому что он поворачивал налево. И что? Куда он поворачивал налево? Потому что он трезвый. Начинается. Еще начинаются разводки. Да какие разводки? Какие разводки? Никаких разводок, ребят. Это разводки. Да какие разводки? У меня балку выгнало. В смысле, я даже сейчас на 15. Я даже на 20 сейчас позвоню. Звони. Там у меня палку выгнало, в смысле. Там вообще серьезно. Да, конечно, звони. Какой-то ты пьяный, какой-то ты. Снимает. Он что, газует? Снимай, на. Скажи, братуха. Да. Мы это вовремя остановили. Дежурка, я тебе сам могу позвонить, если тебе надо. Да, я тебе хорошо. Чем дост дебе? Чепасарак, вызывай. Так на брат, так на место с легендарей. Да. Машину нашу пройдем? Не надо никуда проходить. Братуха, не надо. Не надо. Я водитель, он водитель. Это свидетель. Пройдемте автомобиль. Есть видео. Служебный автомобиль. У него, говорит, регистратор есть. Он мне классный регистратор. Он сразу не меньше сотки. Посмотри, я даже не зеркал. Я не прав, то, что я его не уступил. Как я его не уступил? Включил поворотник, заезжал в ворота. Зачем? Для чего он хочет человек? Будет мы с вами... Да мы можем не сами надо, снимать. Не надо, в машину не надо. Машину машину, да. Не надо садиться, если надо еще. Говорю. Если надо так еще. Да оформляй его, что в натуре время. Водитель, уважаемый, машину не надо садиться, я вам еще раз повторяю. Это уже нарушение. Я вас. Вот смотрите, я рядом проезжал. Мы 18 тысяч просили.
серьезно, 18 тысяч. Нам не надо никого лишать, никого тревожить, ни вас тревожить, здесь другие дела. Они не согласились, да? Не согласились. Вызвали вас. Уважаемые, вызвали. Давайте, вот как вы там кричали при всех, давайте оформление сделаем и разъедемся по домам. Не надо здесь цирк устраивать, серьезно. Не надо, ни вам, вот ни нам, серьезно. Что, он говорит, не, я за рулем был. А кто был за рулем? Вон, я был за рулем, вот я. Я был за рулем. Документы в багажник положили. Они положили? Да, вот этот уважаемый человек положил в багажник. Пошли эти машины досмотрим. Машина ваша? Предъявили. Машина ваша? Да, ладно. Мы, смотрите, как разговариваем. Выключи пока камеру. Все. Можно ваше удостоверение, пожалуйста, я сообщу? Мы либо по-нормальному, либо по закону. Ваше удостоверение, чтобы я сообщу дежурному? Действительно, является сотрудником ДПС или... Машина совсем по-другому с вами, понимаете? Абсолютно. Посажу вас в машину, в наручниках. И все на этом закончится, ваши все вот эти телефоны и все остальное. И сюда я себя не вызывал. Понимаете, я себя сюда не вызывал. Связь. Добровольно передавайте ключи. Я сейчас достану. Почему изображение такое? Да ломайте его, брат. Я сука ломали. Я говорю, ребят, не буду вызывать, никого не буду вызывать. Нет, ваш товарищ позвонил 102, уточнил, есть ли такие Да он отказывает. Кто с понятые, понятые будет? Понятые? Че? Да уже все, ты приплыл. Да он уже еще. Ты уже все, братов. Ты уже все. Показал, что... Приплыл. Ты конкретно приплыл. Мы можем решить вопрос за час, братан. Да, я. Мы же посмотрим, что тут документ написано. Читайте, пожалуйста, права, на кого оформлены. Вы уронили. Вы уронили что-то. Я третьим лицам не буду давать, не переживайте. Не, передайте документы. Страховой полис. Да, отстраняй. Да. Сразу оформляйте, пожалуйста. Идите, этот, как его? Иди, Вали, иди, брат, иди и ничего не делайте. Он пьяный. Готовый. Решили, говорит, давай решим. Копейки, чтобы слагали, не хотел. Бесту могу купить. Стой, взлома. Вот где стоим, что платим.
Я тоже не могу. Жесткий гид. Берется и дуйте. Нет, дуйте. Дуйте, дуйте, дуйте так, продолжительно так. Как шарик, как шарик. Как убавить. Будто шарик надувайте, дуйте, 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 я вам скажу. Музыку выключи, вообще убавь ее. Вот. Готов. Дуйте как шарик. Глубокий вдох и выдыхаете. Дуйте, дуйте. Как шарик надуваете. Вот так полный глубокий вдох и прям дуете до щелчка. Дуйте. Дуйте, пока вам не скажу. Дуйте, дуйте. Дуйте, 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 дуйте. Там недостаточно, недостаточно будет объема. Прям как шарик. Не получится так, что мало воздуха. Да я думаю. Недостаточно. Предлагай в больницу, человек, если не получается. Михаил Александрович, готовы пройти медицинское свидетельство в больнице? Давайте здесь. Давайте еще раз попробуем. Да, давайте здесь. Готовы пройти медицинское свидетельство в больнице? Тогда будет так, на медицинское свидетельство. Красавцы. Если вы не хотите. Красота. Страховку не электронную. Данные электронные, тут все есть. Вот. И пакет документов по услугам. Алло, данные да. Водителей одного и второго. Да, у нас да. Алло. Все. Алло. Данные медицинского ассистента. Это мы сейчас с вами поедем. Я видел, какой телефон. Вот как он будет приезжать будет. Если это будет попадет, я не знаю. Привет. Ту машину, эту машину, обе машины. Снимите ей куда нужно. Мы сейчас собираемся уезжать, если сказали, не трогаем. Да я уходил, не устали, не Ну, мне сказали снять. О, колесо. Все, я не лиц, ничего не снимаю, не переживайте. Все.